Новогодний подарок в виде дополнительного финансирования получат сельхозпроизводители. Губернские депутаты приняли решение выделить субсидии на приобретение техники, строительство и реконструкцию фермерских комплексов по выращиванию крупнорогатого скота. Помощь от региона получат те, кто еще в начале года подал заявки. Мы считаем, что более целесообразно профинансировать те мероприятия, которые полностью финансируются из областного бюджета. Субсидии на приобретение техники и строительство животноводческих ферм. Новогодний сюрприз достался и новоиспеченным предпринимателям. Под занавес уходящего года депутаты сделали им щедрый подарок. Все, кто зарегистрирует бизнес впервые, смогут рассчитывать на налоговые каникулы. Для тех фирм, которые будут применять упрощенную или патентную систему налогообложения, ставку в 0% предоставят на 3 года. Я считаю, в наше время это очень важно для того, чтобы малые предприниматели могли открывать новые предприятия и развиваться. Этот закон вступит в действие в следующем году. Льготная ставка распространится на те организации, доход которых не будет превышать 8 миллионов рублей в год, и трудиться в которых будут не более 5 сотрудников. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.